Бронекапсула российского спецназа «Ахмат», в которой нам в этот раз выпало пробираться в раскаленный боями Северодонецк, очевидно, до нас побывала далеко не в одной передряге. Бронестекла изрешечены пулями. Пока едем на окраину города, по пути встречаем снова ту самую уничтоженную машину. В прошлый раз как-то было не до этого. Важно было быстро преодолеть этот опасный квадрат. Но теперь стало ясно, это тот самый автомобиль, в котором неделями ранее в результате прямого попадания погиб сопровождающий водитель из числа бойцов спецназа. И пострадали двое журналистов-стрингеров. После таких фактов, если честно, докучать водителю расспросами совсем не хотелось. Мы, журналисты, в какой-то степени мешаем военным делать свою работу. Это трудно не понимать. Убитые или раненые журналисты не нужны ни одному командиру. Но и военные понимают, что информационного вакуума тоже быть не должно. Нужно здесь и сейчас рассказывать и показывать то, что происходит. Северослонецк. Вот так вот. Графически переименовали временно, конечно же, Северодонецк. Такая вот чья-то шутка. Но на самом деле в городе, конечно, сейчас совсем не до шуток. Продолжаются ожесточенные бои. Союзные силы, в основном это подразделения сил Луганска и российского спецназа «Ахмат», продолжают сжимать кольцо вокруг предприятия «Азот». На самом деле ситуация вокруг предприятия сейчас такая очень неоднозначная, потому что и оборона ВСУ сейчас опирается на такую вот сеть озер, которая находится на юго-востоке от предприятия. Кроме того, все равно сохраняется возможность для снабжения у сил ВСУ. Видны вот и дымные столбы, черные столбы от прилетов, ну, такие характерные для минометных таких взаимных обменов. Плюс еще, конечно, осложняет ситуацию здесь вокруг города и вот эти масштабные лесные пожары, вероятно, от прилетов. В Северодонецке мы, по сути своей, уже вплотную подошли к самому заводу «Северо-Азот», этот «Азот», подошли. И со всех сторон, получается, мы сегодня взяли тренировочный пункт, тренировочную базу СБУ, которая находилась на территории, как говорится, промышленной зоны. Ну, получается, что мы потихоньку движемся к завершению этой эпопеи на промзоне. То есть говорят, что у них там есть еще возможность, они через какой-то некий Ленинский мост могут как-то сообщаться с Лисичанском, переправлять людей на лодках. Такое есть? Вот смотрите, на лодках людей переправлять они могут, значит, мы это фиксируем. Значит, позавчера они ночью попытались там на плоту огромное количество всего, как говорится, переправить. Их накрыла наша артиллерия. Ребята сработали на 5 с плюсом. Спасибо им за это большое. Ну, людей, да, они перекидывают на лодках. Насколько это бывает, возможно, пока мы их не засекем. А все остальное, никакого сообщения больше у них нету как таковой, кроме как плыть. Если они умеют хорошо плавать, то молодцы. Не умеют, то извините. Сейчас задача какая? То есть дальнейшая. Правильно я понимаю, что со стороны Лисичанска к нефтезаводу тоже идут силы союзные? Да, силы, как вы говорите, союзные, они идут, значит, уже к Лисичанску. Значит, большая часть уже населенных пунктов, которые уже, по сути своей, обжимают, получается, вот эту последнюю дорогу, которая оставалась у нашего противника, они уже взяты, значит, и там уже, по сути, идет завершение, наверное, вот этих вот действий, которые нам помогут полностью загнать вот этого нашего противника, находящегося на этой территории, в котел. Сейчас Северодонецк объективно на 80% территория под контролем союзных сил. До этого мы уже снимали здесь, но характер боев в сердце города у так называемой промки представить возможно и иначе. Для этого нужно проделать огромный, но зато безопасный путь обходными тропами.
Ну как безопасный? Нервы откровенно шалят, пока идем по размеченной тропе. О том, что с нее и шагу в сторону нельзя ступить, напоминают хлопки, раздающиеся то и дело вокруг. Срабатывают такие лепестки. Подступы к городу Северодонецка просто усыпаны противопехотными минами с часовым механизмом. Несколько бойцов уже получили тяжелые ранения ног. Это мина-лепесток, которая самоликвидируется через 72 часа. Вот. По прошествии этого времени они сами подрываются. Здесь хлопки эти целыми днями, потому что они раскидывают над поселком с помощью кассетных боеприпасов эти мины. Да, ураганами разбрасывают противопехотные мины. Ну вот тот самый, собственно, населенный пункт Метелкино, который по факту является пригородом Северодонецка. Это улица Зеленая Роща. Точнее будет сказать то, что от нее осталось, потому что в некоторых домах вон они уничтожены просто почти под ноль. Сгоревшие автомобили в гаражах прямо. Ну, бои здесь были, конечно, максимально тяжелыми. Но сейчас пробуем подойти, насколько это возможно. Дальше, ну вон они, все, конечно, осколки. Ну и сейчас мы сюда уже идем, уже чувствуется, что близко прилеты мин. После долгого перехода добираемся-таки до разрушенного и местами еще тлеющего после недавних боев пригорода Северодонецка. Здесь уже относительно спокойно. Периодически приходится только укрываться от дронов разведки, ну и свистят в небе мины. Снаряды всех калибров еще залетают в этот гаражный кооператив. Ну вот, судя по гаражному кооперативу, по которому мы идем, видно, что очень много брошенных автомобилей. Люди, видимо, здесь, когда начались боевые действия, их начинали прятать. Есть и другие всякие ценные вещи. Люди спасали имущество в надежде, что сюда бои не дойдут, но вон автомобиль разбитый. Где-то попадали крыши у гаражей. Где-то вообще все полностью выгорело. Ну да, вон оплавленная машина тоже. Но боевые действия дошли и сюда, что, в общем-то, не мудрено, потому что Северодонецк не очень большой город. Хотя и являлся долгое время по решению властей Украины такой столицей Луганской области, так как Луганск они считали временно оккупированной территорией, то есть, соответственно, оттуда управлять регионом было нельзя. Ну вот, по сути, на сегодня это наша конечная точка маршрута. Кольцов, поселки в пригороде Северодонецка, Метелкине. Вот там вдалеке трубы. Ну и вон видны черные столбы. Это комбинат Азов, ну и слышны вокруг выходы и прилеты там по комбинату. Ну а здесь была такая тоже в какой-то степени стратегическая точка. Вот там вот вдалеке, туда не пойдем, потому что повсюду разбросаны могут быть и лепестки. Лучше лишний раз не гулять тут, в кавычках, гулять, конечно. Так вот, там был украинский блокпост, по сути, населенный пункт, этот пригород разбит. Немного здесь мирных жителей, пока все находятся в подвалах. Их тут буквально напересчет, поэтому... Ушли туда, в сторону населенного пункта Воронова. Вот. Здесь сейчас все еще напряженно в силу того, что украинская армия не прекращает обстрелы населенного пункта и дистанционно минирует его в попытке затруднить наше передвижение дальнейшее. И, как бы я говорю, отходят они уже неорганизованно. Для того, чтобы задержать нас, чтобы мы их не нагоняли, они минируют здесь все в округе. Гражданские люди рассказывали о том, что как бы людей загоняли, не разрешали перемещаться по улицам, не разрешали даже там от дома к дому переходить. Вот. Постоянные подозрения там, в сепаратизме, в сотрудничестве с российской армией и прочим, и прочим. Мужское население, которое здесь было, но еще есть частично,
значит, постоянно подвергалась задержаниям, арестам, в силу того, что любой мужчина призывного возраста, более-менее схожего с этим возрастом, считался у них пособником террористов, там, сепаратистов и прочее. Вот. Ну, женщины, тоже говорят, старались не выходить, потому что можно было ожидать всякого от этих товарищей. Дмитрий Маслак, Кирилл Волков, Егор Кузнецов, Сергей Якунин, CGTN из Северодонецка, Донбасс.